канале Даниила и Ларисы. Хотим поделиться результатом московской сырокопченой колбасы. Мы готовили вот такие вот три палочки, закоптили их, потом вялили. Ну, в общем, на нашем канале есть рецепт приготовления. Ссылку на этот рецепт я размещу в описании этого видео. А сейчас попробуем ее, разрежем, посмотрим на разрез. Ну, как бы попробуем на вкус. Пахнет она очень классно. Реально такой приятный запах копчения. Вялилась она у нас один месяц. Вялилась один месяц, ну и вот, собственно говоря, посмотрим на результат. Результат отличный. Ну, по виду, по крайней мере. Сейчас покажу разрез. Результат очень классный. По запаху очень классно. Сейчас, друзья, посмотрим на разрез колбаски. Ну вот, посмотрите. Такая она совершенно однородная получилась, без пустот. Очень красивая. Очень красивая и внешне, и очень красивая внутри, я считаю. Ну, суперская запах, просто потрясающий. Ну, сейчас, друзья, попробуем. Так, московская сырокопченая. Пахнет, как я уже говорил, потрясающе. Очень нежный аромат. Интересно, какая она на вкус. Мягусенькая, нежная. Просто класс. Вообще супер. Оболочка очень легко снимается. Такой вкус, ну, вообще потрясающая колбаса. Нежная-нежная. Она даже нежнее, чем московская варено-копченая получилась. Вообще просто супер. Ну, дорогие друзья, московская сырокопченая колбаса получилась очень вкусная. Смотрите полный рецепт по ссылке в описании этого видео. Пробуйте делать, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, на все вопросы мы отвечаем. Ну, собственно говоря, и традиционно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!